У православных христиан начался Успенский пост. Он самый короткий из всех существующих. Начинается 14 августа и длится 2 недели. В первый день празднуется происхождение древ креста Господня. В народе – Медовый Спас. 19 августа верующие отметят Яблочный Спас, а завершится Успенский пост праздником Успения Божией Матери. Пост самый короткий, но еще и самый строгий. В эти дни необходима усиленная молитва и повышенное внимание ко всем своим поступкам.